Салют, друзья! Итак, выходные нас ждет матч Челси-Арсенал. Я предлагаю здесь сыграть победу Челси, коэффициент 1.8. Все-таки я считаю, еще команда Арсенал строится под руководством Унаи Эмери, и этот процесс построения будет занимать достаточно долгое время. Ну и не стоит забывать, что фактор домашнего поля в английской премьер-лиге играет огромное значение. Моя ставка — победа Челси, коэффициент 1.8. Всем удачной игры!